Sanseverga. И первым бойца в синем углу. Introducing to first, fighting out of the blue corner. Ему 35 лет. Рост 185 сантиметров, вес 93,1 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 6 поражений при одной ничьей. И его стиль – ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 35 years old, standing 185 centimeters tall, official weight 93.1 kilos. As a striker with professional record, 16 victories, 6 defeats, and 1 draw. Representing Campinas, São Paulo, Brazil, here is Fagner Calderao Prado. Его соперник в красном углу клетки. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 28 лет, рост 175 сантиметров, вес 93,15 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед при 3 поражениях и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 28 years old, standing 175 centimeters tall, weighing at 93.15 kilos. And a striker-like opponent with professional record, 8 victories and 3 losses. Дамы и господа, он из Сочи, Россия, приветствуйте! Григор Фидоин Матевасян! Рефери поединка Максим Протасов. Разрешу поправить Александра Загорского. Григор, Григор Матевасян и Вагнер Прадо. Прямо сейчас полутяжелый вес. Не торопимся. Да, Вагнер Прадо повыше, у него есть преимущество с точки зрения там опыта и всего остального, но Григор Матевасян выступает дома, он давным-давно в Лиге ИСЕЙ, это топовый боец полутяжелого веса. Итак, смотрим. Так или иначе, два нокаутера, особенно учитывая все досрочные победы Вагнера Прадо. Да, сразу же с дистанции, ой, под печень, и сразу же отвечает хорошим правым боковым. Потом левый прямой. На подшаге не стал проводить атаку Григор Матевасян. Посмотрите, как степенно и неторопливо действует в начале Григор. Дело в том, что я увидел, как Мурат Бичуев ему показывал. Поспокойнее, не спеши, не бросайся в начале. И это сейчас заметно, что пытается выполнить тренерскую установку как раз-таки Григор Матевасян. Да, еще раз отметим, что подготовку в очередной раз проходил Григор, в том числе и в клубе «Ахмат». Да, длительное время, и буквально вернулся за несколько дней, буквально притык к взвешиванию вернулся Григор. Сейчас с дистанции пытается прямыми простреливать. Очень хороший лоу-кик, своевременный. Ну, джентльмен... И не стал продолжать атаку. Джентльмен, джентльмен, очень большой джентльмен и очень добрый парень сам по себе Григор, поэтому не спешит. Да, вот сюда показывает бей, а в голову не бей. Попытка побороться, тут же пытался через подхват бросить. Да, не вышло. Неплохой был заход от Матевасяна. Ну и, конечно, большая масса у Вагнера Прадо. Еле вписался он в полутяжелую весовую категорию. Да. Вот здесь из клинча. Конечно, конечно, в тайской манере Григор умеет работать, любит. Да, и по идее должен. Долго он время тренировался под руководством Расула Анваровича Муртузалиева в сочинском клубе тайского бокса. Развернул здесь соперника, причем довольно легко, добавил колено. Ух ты, как стаскивает и сейчас. Мощь боковой какая. Контроль. Более чем уверенно перевел Григор соперника и теперь постарается развить успех. Только начало встречи, 2 минуты. Коленом нельзя в голову работать. Да, заправляет здесь пока одну ногу. Здесь можно поработать рукой. Но не спешит. Опять же, правильно делает. Никуда не торопится. До выверенного. Да, абсолютно точно. Тем более рядом там в уголке-то, собственно говоря, в своем работает. И Шамиль Бекаев там, и Мурат Бичуев. Все подсказывают. И брат как раз-таки Григора там же. Да, здесь Максим Протасов очень верно делает замечание Григора. Так действовать нельзя. По корпусу, по ноге, по бедру, пожалуйста, сколько угодно. Не удается никак левую ногу завести дальше, чтобы как следует закрепиться за спиной. И поднимается в итоге Вагнер Прадо.
Да, в полу борьбы чуть Григор не забыл правила смешанных единоборств. О, правда, очень жестко идет вперед. И левый роняет. И тем не менее тут же поднимается, правда, чуть-чуть не хватило мощи. А вот здесь может продолжиться серия. Завелся по-хорошему Григор Матавасян. Но что, пришло время для финишного удара в этом бою или еще нет? Хай-кик. Размашет атаку от Матавасяна, не получил. Застаивается, правда. Много урона. Здесь серия пошла от Григора. И опять борьба. Но здесь не спешит, скажем так, размениваться. Несколько хороших попаданий. И сразу же отправляется сушить этот поединок за счет борьбы. Но, возможно, отдыхает сам. Почему не выбивает ноги Григор Матавасян? В итоге опять у нас небольшое расстояние. И прекрасный шанс для Григора прицелиться как следует по сопернику. Руки опущены. Ай, локти тайские. Заглядение смотреть, как работает Григор. Сегодня уже Мехди Байдулаев показывал это в партере. А сейчас стойки. И еще одна серия перекрывается, правда, но у него действительно не так много сил. Локоть разворота дважды пытался провести в одном эпизоде. А Матавасян. Ну и, по-моему, минуты должно хватить, мне кажется, Григору Матавасяну для того, чтобы здесь поставить точку. Ибо очень тяжело. Очень хочет локтем все-таки попасть Григор. Может быть, и не стоит излишне заряжаться именно на это техническое действие. В голову пробивает здесь. О, падает, правда. И здесь можно добивать, включается Матавасян. Еще один удар. Ну, кажется, совсем уже обессилен. Последние секунды первого раунда. Прекрасный шанс у Григора все закончить здесь и сейчас. Григор, Григор, скандирует аудитория. Очень много армянских флагов появилось. Но, наверное, не успеет. Да, разбито лицо, конечно, очень серьезным образом у Вагнера Прада. Тяжеловато ему приходится. В дело вступает Дмитрий Лучников, который возьмется сейчас за подопечного. Вадим Шишкин, соответственно, наводит порядок на голове у Григора. И Мурат сейчас дает Бичуев наставление своему подопечному. Еще раз отметим, какова же роль катманов. Они довольно часто остаются в тени, но это важнейшие люди в мире единоборств вообще. Неважно, бокс, ММА, кикбоксинг. Вот здесь очень важный был момент, когда Григор здесь по корпусу попал. И дважды, да, здесь наотмашь бэквистом. Но очень хорошо ушел от одного удара. Заканчивается перерыв. И, кстати говоря, хотел я отдельно отметить прекрасную работу всей нашей съемочной бригады и отдельно отметить Александра Чауса, начальника ПТС. Сегодня у него день рождения, и он постоянно работает на турнирах Лиги ACA. Бодрости духа и только вперед. Но у нас продолжается встреча Матавасян против Прадо. Прицеливается, как всегда. Григор никуда не торопится. На смещение ищет атаку и здесь добавляет ногой. Здорово, под локоть. Думал, еще раз ударит этой же ногой, но даже меня обманул в том числе. Григор Матавасян и стал работать руками. А вот Прадок стал более активно работать как раз-таки за счет левой, идти вперед. И здесь опять в размен. Заплясали ноги. Эффект как раз тех самых макаронных ног уже был не единожды в этом бою. Даже через защиту Григор пробивает. Ну что, локоть снизу, апперкот. Чем закончит Григор этот бой? Размашистые атаки на одиночный уже перешел Матавасян. Качается, качается, как идет бычок в сказке. Да, конечно же, Абдулрахман сотворил нереальный нокаут сегодня. Но Григор же близок к цели. Да, вздыхает на ходу еще при этом Вагнер Прада. Сил уже нет, функционально просел, безусловно, Вагнер. Но он продолжает сражаться, руки опять опущены. Матавасян вновь берет паузу. Нет, не театрального, просто решил, видимо, еще раз подкрутить свой прицел. Колено в прыжке еще не проводил в этом бою Матавасян, например. Здорово.
Достает Григор. Никуда не спешит. Дает подстреливаться. Вот здесь печень пропустил, откровенно говоря. Хорошее попадание было. Между рук. Потерял на несколько секунд бдительность Григор и пропустил. Нос причем ломал уже Григор Матывасян, восстанавливался очень долго после этого. Здесь тоже пока никуда не спешит, немножко обстрелял его джебом. Вагнер Прада как будто бы отдыхает, сейчас набирается сил. Григор хлестко под колено, очень жесткий внутренний лоу на правую ногу. Хайкик, руки вроде бы на месте. Здесь опять ждет просто, когда подраскроется Вагнер Прада и Григор Матывасян. Это стало более очевидно. Да, довольно много дал поработать Григор сопернику. И вот эта вольготность может сыграть злую шутку, на самом деле, с Матывасяном. Он все лучше и лучше себя чувствует с точки зрения именно психологии боя. Еще хорошо разноименно по-тайски правой рукой и левой ногой действует Григор. Здесь мог действительно очень здорово попасть, но не достал, не хватило дистанции. Еще один удар. Много работает ногами. Матывасян локоть, все-таки локоть. Давно не выбрасывал. Чудовищное оружие на ближней дистанции. Здесь опять справа. Тяжело. Серьезная гематома. Какая огромная выскочила сейчас на левой части головы. Мгновенно просто там появилась. Я думаю, вы ее тоже видите. Очень тревожно в углу у Вагнера Прада. Подрасслабился, подопустил руки Григор Матывасян. И нет, тогда он не состоится. Кажется, Григор с кем-то договорился, что его шоу сегодня будет в двух актах, а может быть и в трех. Под песню шоу «Must Go On», скорее всего. Нет, ждет одного вот такого точного удара после какой-то серии, которую проводит Прада. Ну что, будет еще один антракт в этом противостоянии или нет? Посмотрите, Прада действует все лучше, он попадает. Зачем эти риски? Что происходит с Григором? Почему он начинает пропускать еще один удар? Прада действует все лучше и лучше, с корпуса на голову переводит акцент. Да как же так? Вы посмотрите, что происходит. Григор, как же необоснованно, наверное, очень опрометчиво действовать, давая возможность порубиться, контролируя этот поединок, заставляя всю арену нервничать. И в откровенную рубку уже забрались парни. И столько в челюсть попал Вагнер Прада. Локоть. И здесь еще один удар. 35 секунд. Это все больше и больше похоже на бой Прохаски и Тейшейры. Но в роли Тейшейры здесь выступает сейчас Вагнер Прада. А Прохаска, получается, у нас Григор. Какой бой, а? И локоть здесь выживает. По-прежнему Матывасян. 20 секунд. Нашел резервы здесь Вагнер Прада. Опустился на настил. Вот так вот резко кончаются силы. Выбрасывает удары. Максим Пронасов предупреждает Григора. Да что же это такое? Нет, он на ногах, локоть пропустил. Последние секунды. Еще один удар, хватает. Воздух там. И спрос. Перерыв. Перерыв, дамы и господа. Да, невероятно спасается Григор Матывасян. Столько пропустив, так отдав инициативу в руки своего оппонента, это просто немыслимо. Все это было похоже на определенную игру, которую уверенно ведет Григор Матывасян. Бойцы выходят на третий раунд. Но вот сейчас ставка All-in Cup'а вылетела. С трудом держится на ногах Григор.
Да, видно, что не до конца восстановился. И Прадес сейчас пойдет вперед абсолютно точно за счет этих джебов, чтобы в то же самое состояние вернуть Гроги Григора Матывасяна. И с левой попадание. Будет рассчитывать на один правый боковой сейчас Григор. Видно, что опять пропускает с правой. Перекрывается Матывасян. Нет сил, нет сил. Абсолютно у Григора Матывасяна затянутые удары. Не может он бить по второму этажу. Попытка зайти в борьбу. Вкладывает корпус. Это шанс. Шанс для Григора. И отдает шею при этом. Хорошо там глубоко заводит руки. Тяжело, очень много сил еще приходится на это тратить. Вагнер Прада защищается широко, надежно. Ну, Прада тоже не так много сил. Он не вкладывается в гильотину, не пытается привести этот удушающий прием. А вот сейчас пошло. Пошел прием. Но не хватает контроля здесь. Вот если бы прижимал к сетке, хотя... Смотрим. Верит, похоже, верит Вагнер в эту гильотину. Пытается улучшить замок. Показывают, куда крутить и в какую сторону. И... Это шанс, еще один шанс для Григора. И вот здесь как раз стоит поработать, наверное, по голове. Да, уложить вот так, но там Кимура опасная может быть. Левым бедром защищается, чтобы не вытащил эту руку. Да, вот как раз сейчас еще глубже, еще дальше туда ставит левое бедро, чтобы не вытащил левую руку Вагнер Прада. Ухну и валидол. Безумно драматичный поединок. Чем все закончится, пока не ясно. Отпустил Вагнер Прада, показывает, что, мол, активность где. И, возможно, Матывасян проиграл второй раунд за счетом 10-8. Даже невозможно, скорее всего. Ничего не происходит, действительно, и Максим Протасов сейчас может уже поднимать бойцов два раза по корпусу. Но каждый удар Григору дается с огромным трудом. Да, все, пора вставать. И посмотрите, как поднимается Матывасян, как поднимается Прада. Вот здесь до удара сейчас, просто до удара. Вот это очень опасно. Нельзя бить ногами, потому что свеж все равно остается Вагнер Прада. И очень тяжелый удар у него. Идет в борьбу опять Григор Матывасян. Упирается головой. Изнутри получает один удар. 2 минуты с лишним. Там возможные локти, но бить нельзя по затылку. И, кажется, все в рамках правил. Попытка провести тейкдаун. Да! Это получается. У Матывасяна взрывается публика в Ледовом дворце большой. И вновь ничего не происходит. Еще секунд 20-30, наверное, будет съедено в этом раунде. Да, но активность здесь нужна. И поэтому сигнализирует вновь Максим Протасов о том, что нужно сохранять ее для того, чтобы не поднимать бойцов в стойку. Но, скорее всего, здесь также все этим закончится и придется это сделать. Ну что ж, у нас первый раунд выиграл Григор. Уверенно вел. Второй проиграл. Причем, опять же, чуть не улетел в нокаут. А сейчас получается, оценивается и эта борьба в том числе. Технических действий не так много. Попаданий не очень, да, действительно. Но есть 2 тейкдауна. Да, совершенно верно. Они могут и оказать как раз ключевое значение. Но разводят бразильцы руки, пытается подняться Прада. Действительно, просто удерживает сейчас Григор Матывасян без особенной активности. Включился несколько ударов. Не очень сильных, широкой защиты. Нашел точку опоры Вагнер Прадо. И вот на плечо бы сейчас как раз его брать. По 2 ноги вкладывается. И еще один тейкдаун. Кто бы мог подумать, что здесь будет много борьбы. Кто бы мог подумать, что Григор будет спасаться в этой борьбе в третьем раунде. Потому что другой вариант. Кимура, возможно. Нет, срывается. Всего лишь 10 секунд. И вот здесь надо дорабатывать ему абсолютно точно, чтобы улучшить результат. И
Все, бой завершен. Чистый валидол. Ждем решения. Дамы и господа. Господа, аплодисменты бойцам! Итак, по завершении боя обратимся к судейским запискам. We go to the Georgia scorecards after the end of action. Первый судья, George Wan, 28-27, Матевасян. 28-27, Матевасян. Судья 2, George 2, 28-27, 28-27, Прадо. И третий, четвертый и пятый судьи одинаково оценили поединок 28-27. Georgia 3, 4 and 5 are in agreement, scoring the same 28-27. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал and your winner by split decision –